Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту «Пятерочка», который у нас находится, друзья, на предстарте. Старт назначен на 7 февраля. В этом видео я хочу пополнить баланс, чтобы быть готовы к старту. Чтобы потом без заморочек на старте будем нажимать тариф номер один и активировать. Сейчас я нажала. Активация закрыта. Будут доступны. Дождитесь старта. На старте. Партнеры у меня пока 9 человек. У меня запущена рекламная кампания. Я себе сделала баннер. И у меня баннер в работе. Давайте я пополню баланс. Пополнение нажимаем. Вход здесь единоразово, друзья, 55 рублей. И маркетинг я рассказывала в первом видео. Все подробненько. Маркетинг, друзья, шикарный. Меня проект зацепил. Смотрите. Вход единоразово 55 рублей. Я буду пополнять на 110 рублей. 55, 55, 110. Так? Потому что я хочу помочь своему партнеру. Я переписывалась с ним. Он попросил одолжить ему на старт денег. Я скопировала, он мне логин свой прислал. И я через внутренний кабинет переведу ему денежку. Давайте я пополню. Рубли. Подтверждаю. И далее по схеме. После продолжу. Я пополнила. Сейчас меня должно обратно в кабинет. И вот у меня на балансе 110 рублей. Далее что я делаю? Может, кому пригодится. Нажимаю вкладочку «Вывод». Здесь мы будем выводить на платежную систему Payeer. Здесь нажимаем «Участнику проекта». Сюда ввожу сумму 55. Сюда вместо кошелька вставляю логин, кому мы хотим перевести. Будьте внимательны. Пробелов нет у меня. Сумма 55. Нажимаю «Вывести». Вывод будет доступен после старта. Мне никак сейчас не перевести. Ладно. Буду обращаться к админу. Ничего страшного. Это все поправимо. Друзья, что еще я хочу сказать? Вернусь на главную страничку. И опущу сейчас самый низ. У нас здесь, напоминаю, идет отсчет времени. Здесь у нас маркетинг. Я это все пересказывала вам в прошлом видео. Я в прошлом видео вам не сказала. Вконтакте, Если мы на нее нажмем, мы попадем в чат. И вот, пожалуйста, чат проекта «Пятерочка». Можно добавляться, чтобы быть в курсе событий. В принципе, на этом все. Я к старту готова. Приглашаю вас в замечательнейший проект. Надеюсь, мы неплохо здесь заработаем. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот проект, следим за новостями. Если вам нужно видео для приглашений,
если мое подойдет, можете брать. Я никогда никому не запрещаю пользоваться моими видео и заливать себя на канал. До новых встреч!